Поэтому есть много проблем. Я вчера посетил Гильсон муниципальную больницу. Я был расстроен некоторыми вещами. Да, понятно, не денег, а есть такие элементарные вещи, как те же хирургические инструменты, там, то есть, которые там не, то есть, новых не было в течение последних 20 лет. То есть мне это непонятно. Также я вижу, что я только пришел, в почте я нашел огромное количество документов, где люди ждут авторизацию, разрешения на строительство. И я изучил вчера буквально один участок, я уже туда приезжал, многие это видели. То есть у нас есть такая тенденция в Бельске. Сначала стоит киоск «Союз Печать», 9 квадратных метров, через несколько лет его превращают в 25, потом 40, а потом получается торговый центр 500 метров, правда, с четвертой попытки. Поэтому я буду бороться со всеми незаконными стройками после того, как мы наведем порядок в Приморье, потому что нужно начинать в Приморье, иначе мы стратегически не сможем ничего быстро и кардинально мы не сможем ничего поменять. Значит, незаконные стройки, привлечение грантов, инвестиций, потому что за счет тех денег, которые есть в бюджете, плюс все вчера видели заявление госпожи Герман, которая четко сказала, что ребята, в бюджете денег нет, и непонятно, когда они появятся. Поэтому частично будем рассчитывать на свои силы. Значит, проведем, как я говорил, большой первый в истории Бельска экономический форум, на который также будут приглашены все сельхозпроизводители со всей страны. Сегодня сразу же я дал поручение, неделю назад, не будучи мэром, своим некоторым коллегам разработать. Поэтому нужен инновационный центр. Сегодня есть тысячи писем, которые я получаю в социальных сетях, многие из которых я получаю от очень активных, правильных и от настоящих патриотов, я бы сказал. То есть люди говорят, что нам предлагают как бы уехать в Соединенные Штаты, там, в Германию. Ну вот мы, конечно, если нами никто не займется, мы покинем страну, мы будем вынуждены. Но речь идет везде о неком стартапе. То есть сегодня я понимаю, что минимум 5-10% минимум, это при этом при очень жестком подходе, этих идей можно реализовывать. И этот будет центр, инновационный центр, я сейчас не говорю про жителей Бельска, это будет инновационный центр национального масштаба. То есть будут созданы отделы, будут руководители. Я сегодня вот подбираю кандидатуру. Пусть это будет даже общественная организация. Ну, то есть я сделаю все для того, чтобы не привязывать, потому что сад использует свой обмен ресурс, там еще что-то. Я уверен, что мы создадим условия для этих ребят. Я говорил об этом полтора года назад, что Министерство экономики, целый этаж, нужно отдать студентам последних курсов, для того, чтобы они также могли принимать людей по личным вопросам, потому что, поймите, ни премьер Бельс, ни министр экономики страны не в состоянии принять больше 50 человек в день на личный прием. Чем больше мы будем привлекать молодежи в эти проекты, тем будет лучше. Я говорил о борьбе с игровыми залами. У нас вот, оказывается, в суде находится. То есть решением суда владельцы этих игровых залов отменили решение муниципального совета Бельска о повышении местных сборов, местных налогов. Раньше они платили мало, сейчас они ничего не платят уже год, потому что, видите, как бы есть какая-то заминка в суде. Будем разбираться. Я буду делать все для того, чтобы азартные игры исчезли в городе. Никогда здесь больше не появлялись вместе с гей-парадами. Нормально. Значит, поданы документы сегодня на регистрацию благотворительного фонда, фонд Рената Усатова. И сейчас готовятся документы на инвестиционный фонд на подачу. То есть они еще не поданы в Минюст, как при первом случае, но в ближайшее время. Потому что, если честно, вы знаете, все успеваем. Но, к сожалению, вот то, что в сутках все-таки 24 часа, а не 48, это для нас большая проблема. У меня почта забирает огромное количество времени. И вот вчера, там, по-моему, более 4 часов, очень много просто людей, я не знаю, в рамках. Плюс
важно не ошибиться. Все будет в порядке, в том числе и с инвестиционным. Domnul Sate, dumneavoastră, ați investigat care este bugetul anual al municipiului Chișinău? La moment, câți bani mai sunt? Deci, după cum cunosc, de ce nici am dorit să fac bloc 4 de ori? Bugetul anual este 390 de grani de lei. Asta deci, bugetul anual, 70% din buget merg pentru achitarea salariilor medicilor, școlilor sportive, profesorilor. Deci primăria gestionează doar 135 de milioane de lei din tot bugetul. Eu consider că e nimic, deoarece dacă calculăm, se primește că un oraș, inclusiv cu toate întreprinderile municipale care există, este nevoit să, da, corect, este nevoit să supraviețuiască cu 500 de mii de euro pe lună. Deci, unde trebuie să hotărâm problemele și cetățenilor, blocurilor, acoperișilor, drumurilor, trotuarilor, nu mai vorbesc despre ce se întâmplă, problemele care le avem astăzi cu apă, canal. Deci, sunt probleme foarte multe. Deci este un buget foarte mic. Și atunci cum vreți să rezolvați aceste probleme? Deci, în primul rând, o să cerem majorare. Deci, că astăzi, eu nu o să fac proiect politic, cum a fost făcut de cineva în campanie electorală, că haideți să facem referendum, autonomie și nu știu, dar mi-au confirmat deja și mai mulți reprezentanți, consultanți care se află în Republica Moldova, din țările UE, care spun că 19%, deci când bălți, deci cetățenii din bălți aduc bugetul în Republica Moldova 1.500 de milioane de lei și înapoi au 380 din care primării gestionează doar 135, deci da, 50% este prea, ar fi corect. Dar astăzi trebuie să ținem cont de ce se întâmplă în Republica Moldova. Știți cum, salvând o primărie din municipiul Bălți și când distruge alte două raioane, că știți cum, banii noi niciodată n-apar. Deci banii ăștia, ca să mărim bugetul Bălți, înseamnă că trebuie să-l lăsăm un raion sau două fără bani. Deci trebuie să ținem cont de asta. O să ocupi o sată de granturi fixe și cum săptămâna trecută, în 3 zile, am hotărât pe echipa din Bălț de fotbal Zărea, care era cu ultimul loc în țară. Deci am hotărât problema și legată de surse financiare și cine o să ocupe cu echipa și vă asigur că o să fie printre 3. Acum deja am dat indicații ieri după ce am vizitat spitalul din Bălț. Deci așteaptă de la toți candidații la funcție de președinte și de toți prim-ministri care au fost în Bălț, le-au promis iată, noi, după alegeri, vă aducem tomograf. Deci, tomograf. La rusă, tomograf. Da? O să vă aducem tomograf. Usate nu promis tomograf în campanie electorală, dar vă asigur că să hotărăți problema cu tomograf în câteva luni de zile. Deci, am niște cunoștințe, deci 10-15 luni, mai ales ultimii 10 ani din activitate, țin cont de fapt că o să fiu ajutați unii parteneri, unii prieteni și eu sunt sigur când investitorii să vadă că avem o primărie transparentă. Să nu se întâmplă așa cum există unii investitori din Germania cu Mr. Draxler Mayer, care astăzi trebuie să plece din Bălți, că nu știu cine acolo face spirit. Apropo de această companie, ce veți face? Cum veți soluționa problema? Nu că o să fie protejată. O să fie protejată, apărată 24 din 24 de ore, ca orice investitor care creează locuri de muncă și investește în toți niște bani. Dar porcările de genul care își permit unii că 3-4 persoane câștigă din vânzare de spirit, alții din contrabandă de spirit și astăzi se înătușesc cetățenii, deci cred că 30% din cei care locuiesc în Bălți știu ce se întâmplă noaptea cu mirosuri. Toți spuneau, mai mulți funcționari publici spuneau că asta este problema, că cu țevile, cu canalizarea, cu sistemă. Este problema că, cum le mai zis, patăca. То есть спирт производят из патоки. И производя спирт из патоки, вот эти отходы, которые начинают бродить, полгорода задыхается, и из-за именно этих производителей у нас сегодня есть проблема с Draxler Mayer. Я у вас дискуссию держать, держа аурпорот маймуте.
Соли 4, Casa Discutam, pe un proiect sau altul, inclusiv proiecte noi. Bine, dar ce veți propune lor? Ce le veți propune? Ce înseamnă ce le veți propune? Dar ce poți să propui primăria municipiului Bălți? Primăria municipiului Bălți poate să le propună un teren. Primăria municipiului Bălți poate să le promete o transparență și nu o să se facă cum s-a făcut în anii precedenți, când persoane pentru a obține un document a plumblat un an de zile prin birou. Primăria municipiului Bălți le promite ca să aibă grijă de toți investitorii din municipiul Bălți, ca de niște, ca de, asam grijă de ei, ca de copiii mici, de familia mea personală, aici vă asigur. Da. Dar voastră în cât timp i-ați cheltuit? Iată, eu pot vă spun că 135 de milioane pentru anul ăsta, practic toate sunt cheltuite. Deci s-a făcut tot posibil ca pentru jumătatea, a doua jumătate de ani să nu mai fie bani în primărie. Cel puțin așa mi s-a raportat. Deci am vorbit cu doamna Coval, viceprimar economiei și finanțe, domnule a spus că pentru a doua jumătate de ani avem bani, totul în regulă. Altcineva mi-a spus, domnul Sată, noi corect, nu avem practic deloc bani, iar acum am achitat bani. Păi iată, dumneavoastră, în câți bani, în cât timp cheltuiți așa o sumă de bani? Nu, ce înseamnă eu? Nu merge vorba cum cheltuie Sată. Nu, aș vrea să aveți costume scumpe, ceas scump. Bun, dumneavoastră, n-aveți grijă de ceasurile și costumele lui Sată. Sată poate să vă promit un lucru, că inclusiv din banii mei. Personalul o să fac mai mult pentru municipiul Bălți. Nu contează că e tomograf la spital, că repararea la o grădiniță sau altă. Deci USAT-ul o să participe cu, după toate posibilitățile care le am, dar cel puțin, cum am spus, cred că mai puțin de 2 milioane de dolari pe an sigur nu o să cheltuie pentru municipiul Bălți, banii personali. Deci, o să fac ce... Dacă mergeți cu mine la muncă, la Moscova, poate facem mai mult. Poate dacă vindem Pro TV, uși jumătate de bani îi dați, tăman acoperim problemele cu spitalele care le aveți. Când vă predložiți candidatura la locuința primară? Значит, на сайте Бельская газета СП, значит, есть объявление на эту тему, его, кстати, нужно будет продлить на неделю. Значит, я получаю очень много интересных писем, я получаю очень много анонимных, я получаю очень много звонков, очень много информации через социальные сети. Понимаете, тут вот спешат, вы знаете, да, только в каком случае. Поэтому вот нам спешить ни в коем случае нельзя, нам нельзя выходить, представлять одних, через два месяца мы видели, или не подошел, его убрали. Хотя я вам скажу, что моя позиция по отношению к коллегам, и особенно к членам нашей партии, потому что у нас в стране привыкли к тому, что раз партия пришла, значит, старший на трибуне, а всем остальным все можно. Поверьте, со своими я буду поступать намного жестче, чем с чужими. Поэтому я думаю, что в июле месяце уже кое-кто будет назначен. Но сегодня нужно провести серьезные изменения в штатном расписании. Есть очень много вещей, которые... Ну, не должен делать примар, не должны делать зам. Я не хочу сейчас говорить. Это будет отдельное заявление на эту тему. Иначе будет нечего рассказывать на следующей пресс-конференции. Суть в том, что сегодня многие вещи, вот они как-то как передавались из поколения в поколение. Я очень уважаю наше прошлое, свое детство, там, студенческие годы и так далее. Но есть вещи, от которых надо уходить. Вот, например, как сегодня... Касаемо попозже, некоторые вещи нужно перераспределять, потому что я понимаю, что может быть было построено так, чтобы примар был везде, и потому что абсолютно все происходило через. Есть очень много документов, которые, ну, я считаю, что примар их должен видеть в последнюю очередь, то есть после того, как предлагаются какие-то решения. Потому что если примар будет тратить, то сегодня реально, я говорю, что меня уже подготовили, ну, то есть минимум это 2-2,5 часа, а когда ее много, то есть это может занять и 4 часа, рассмотрение почты. То есть за 4 часа, вместо того, чтобы Усатый посетил то или иное муниципальное предприятие, вместо того, чтобы увеличить возможность дополнительных командировок, то есть вот сидеть, расписывать письма, при всем уважении, особенно по личным вопросам, их очень много,
ну, все-таки нужно как-то разграничить, очень многие вещи нужно изменить. Потому что я говорил о том, что я не претендую быть завхозом. Я пришел в Бельцы как антикризисный менеджер для того, чтобы кардинально изменить ситуацию и вывести город из того кризиса, в котором он находится. Все то, что я вижу, большинство из этих пунктов, ну, боюсь, что меня именно к завхозу и толкают, понимаете, которым я точно не собираюсь быть. Завхозом должен быть хороший зам. Хорошо, я думаю, Леша, а что с вами до плакат? Машина, это обычный салф, машина персонала? Ну, поцевая сибург, индиплосы, филяга, налез, бюань, билеты ловила, бензин. Хотела бить усатого сакетки, кто один, бани имеет персональ, прямо рынок, возгасым сейчас фачем кубани, я что-то пусил кого-то мобил, где по эти штиску мобил, мол, с депутацией парламент, говорит, это авиацелор, у мэрску маршрутка, что хочешь рубс, шастаску, но вызвал машина, а потом был пентрабиденция, что фотография золотым, где зайти, что астатуателем прикут, ладу уж индиан, осмастрэдуй, лам максимум, сфак, в случае есть гимбальный имеет персонал. Да, что это машина персонала? Да, что это Ариуш Кодес. Да, Ариуш Кодес, РМА, Ермио Презентанта, Йозеф Йоку, Капа РУ, Масентот Беслуги Бини, Штинском Щенева Патю, Умарс Примба, Бишек, Ситра Гекарц, Висажун, Гал РМА, то от авиации Штинском. Да нам не будет ясно, я вам не будет демонстрировать результаты. А деканоса, да что захотят в я? И чего с ведем чиним вич-примар, хоть и есть в нем директор величил, директор индипрендер ему не чпал. Йосан Сигурк осай бы чиним мерзи. Да, Шкода, ну если это преференция для вас, да? Мерзи ворба, ну не преференция. Мерзи ворба, кумол спон, чи усаты из бара дорку бизнес-класс. Усаты из бара ку бизнес-класс, ну где-то так стоит все пара диоми. Усаты с баром бизнес-класс, кан якуном нун кап, май лесла эр молдован. Слезет, шо нун кап, где жади ухими, здесь че дуешь пиани. Астая ситуация. Да, а тебе звучит кабинет. Да, Сигур. Да, в основном кабинет. И кабинет был. Нос фачим репарасин кабинет, это биняколы. Да, на этом спецназначение. Ну, штиску, я как так и мишку против ем кабинет, а шверму цара лоб дештирс вытала, давай поженимся. Вот это хайдиску кабинет, варь трезво дух сепарат, шиз фиуга так. Против его весла конгресс, я рад мункаря дупа конгресса. Интересно? Штискум? И кенни... Да, фотолю создадим, как сребнитилам фотолю. Вон, не асварат, фотолю сфей тот бин. Майло сэм фотолю. Хорошо. Возваким кому сфей результат. Что тож, каре ва фи приму лукур, каре ла сфашим? Ну, вас пора да держать, я мол спус астра, да, шо ну вреу срекать дичор. Да, 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 сапнит аша, ку колеги дин Бълт, ну не-ам интелес, шо дила început, ну прео... Транспаренция в примарии, лупта ку корупция. Sunt o parte din funcționari publici care consideră că este că noi Pusat îl cunoaștem foarte bine, de când era student, când a absolvit facultate și ăștia, mulți din ei consideră că o să fie lângă mine. Eu greșeală am declarat pe mai multe ori că în primul rând o să fie eliberat cei pe care îi cunosc prea bine și foarte bine. S-a terminat la noi cu prieteni, deci trebuie bine și e corect să ai prieteni, doar nu funcționari publici. Deci nu spune că o să-i dați afară, da? Nu să dați mulți funcționari afară. Da, nu de atât că dorește usate. Deoarece când văd mai multe plângeri de la cetățeni, sunt niște nume care cetățenii le pronunță și care văd. Domnul Sator, avem foarte mult persoana asta să nu mai vedem în primărie. Că ultimii 10 ani, deci când oamenii vând plângând, pe cine mai mult cred? Pe funcționarul care îmi spune că e curat sau când se apropie sute de... И люди на улице и говорят, дому сату, саботужу, где мы сейчас эта персона в ультиме зече. И в основном Масоли, вот басигуру мукру, как бы на кума, это ратат примару, примария, где мы ничьи приглас, лаштири, 3-4 ворь, а на мост не ратат 3-4 ворь по сартамане, адика теме осовец перманент. Да, осовучат троллейбузы, с автобузы, но я спромис, когда ты хочешь гасить. Да, но он спуск, он троллейбус осви прокурат, им бани имеет персональ, дичи шоу факом тимпула пропиат, o să declar și o să caut bani să, că municipiul mai are nevoie minimum de 10 la mai trolebuse. Și o să căutăm bani și încep și o răscut. Sigur că o să fie mai bine și, da, vă dați seama, usate, astăzi este nevoie să realizeze toate promisiunile care au fost făcute în ultimii 20 de ani. Și pas cu pas, eu sunt
sunt sigur că poți fi tot. Poți să vă ajung un mandat pentru asta? Pentru unii lucruri vreau să ne ajungă și jumătate de ani de zile, Vasi. Pentru altele, un an. Și mai departe, vedem. Am văzut că astăzi ați depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare. Și anul trecut am depus. Și când am fost cu Vysotsky, cu fiorul lui Vysotsky, când am fost, apropo, în această zi, trei ani în urmă, când am pus prima piatră pentru construcția monumentului lui Vysotsky, era și Nikita Vysotsky, țin minte foarte bine această zi, Ștefan cel Mare, unii fac politică, legând, încercând să lege numele lui Ștefan cel Mare, de un polițian sau altul. Pentru mine Ștefan cel Mare este o persoană, știți cum, care când am citit despre dumneavoastră, am găsit foarte multe lucruri care m-au făcut să zâmbesc. Ca spre exemplu, Ștefan cel Mare, într-un termen foarte scurt, le-a dat de înțeles boierilor să vândă cât mai rapid terenurile la stat, care nu o să le vândă, pe urmă să rămâi oricum fără ele. Mi-a plăcut ideea, este bun, foarte bună și pentru două de astăzi, ca să înțelegeți pentru mulți. Ați vrea să fiți așa? Deci este un model pentru dumneavoastră? Da, este un model, deoarece știți cum, cum astăzi mi-a plăcut că moderatorul a spus niște cuvinte foarte frumoase, că doar pe timpul lui Ștefan cel Mare, Moldova a fost mai bogată. Deci, doar pe timpul Ștefan cel Mare, Moldova era cea mai bogată, dacă cumpărăm cu Moldova de astăzi, din alte decenii. Mai extinsă, tot e o variantă bună, știți cum am declarat de mai multe ori. Nu, dar am promis că nu vorbim despre geopolitică, o lăsăm pe... Am înțeles, dar știți care sunt anii de domnie a lui Ștefan cel Mare? 1504 plus 47 de ani. Minus. 1504. 1504 e ultima. Da, 1504. 1457. E dumneavoastră de Măsipescu. Eu înțeleg că aveți bună învățătoare, profesoară ca la Lorena Boza. Haideți să ne lămurim noi problemele care sunt. Dacă data viitoare doriți să susținem un examen în scris sau oral, nu contează că e limba română, că e istoria românilor, că e istoria Moldovei, sunt gata să mă pregătesc și discutăm asta. Am înțeles. Păi ne invitați la... Nu, astăzi nu vă spun. Părează în gură, părează în Sfântul Mariei, dar asta nu e prea. Nimeni, nevod, nimeni. Deci я общаюсь с людьми, я спрашиваю мнение. И буду, я должен посетить все муниципальные предприятия, потому что вот как у нас было всегда, вот назначали все на муниципальные предприятия своих друзей, своих соратников по партии. Я хочу спросить у людей, которые работают на этом муниципальном предприятии, ребят, кого вы среди из вас, кого вы из вас считаете достойным руководителя этого муниципального предприятия? Вы же понимаете, есть инженеры. Я знаю на многих предприятиях, которые инженером работают 30 лет, ему просто никто не давал подняться никогда выше того статуса, который он имеет. Потому что всегда назначались политические руководители того или иного предприятия. Такого могу вам с уверенностью сказать, что Бельцев точно не будет. Дальше, значит, после порядка премьерии мне интересует незаконно строительство в городе. Я уже много раз говорил, что главный бизнес – это будку «Союз печати» или будку по продаже мороженого превратить в торговый центр 500 квадратов. То есть это нормально для вас. Поэтому эта ситуация. Значит, ну и, соответственно, главное, наверное, это все-таки нужно срочно привлекать инвестиции, нужно садиться в поезд, самолет, автомобиль, искать деньги, привлекать гранты, потому что с бюджетом, то есть то, что находится в распоряжении 135 миллионов рублей, как он был, 390. То есть это цифра, которую можно содержать в Бельцах, 3 микрорайона, понимаете? Но не весь город. Поэтому я надеюсь, по некоторым позициям я уверен, что у нас будут результаты по привлечению грантов и инвестиций. Вот я уверен, что возрастет количество экономических агентов в Бельцах, что благодаря чему мы сможем получать дополнительные деньги.
и местный бюджет, и республиканский. Поэтому я, как обещал избирателям, раз в три месяца, в данном нашем случае через 3 дня, я выйду к вам с докладом и ко всем бюджетам, что было сделано за 3 месяца, что я собираюсь делать свои планы на следующие 3. Так будет каждые 3 месяца, чтобы люди не теряли меня из виду, а я не терял их, чтобы не получилось так, что на уровне чиновников не дойдет чья-то проблема, просьба или обращение. Будет создан сайт, запустится в ближайшее время, где люди будут работать, и так, чтобы никто не смог фильтровать. Еще один вопрос, если возможно. В ходе своей предвыборной кампании вы много говорили о том, что будете бороться с коррупцией, и многие люди просто сядут в тюрьму. Нам мы можем ожидать каких-то других дел в ближайшее время в Бельце? Можете не сомневаться. Можете не сомневаться. Я доказывал неоднократно, что усатый, в отличие от других, человек слово, человек дело, понимаете? То есть, поэтому я не делал просто заявления какие-то для того, чтобы покорить жителей Бельцы и жителей всей страны предвыборную кампанию. Дальше как поступят суды, прокуратура, Министерство внутренних дел, как вы понимаете, то вы уже будете спрашивать у них, что произошло, какой результат по материалам, которые усатый представил правоохранительный орган. Уже есть какие-то моменты? Можете поделиться? Я некоторые знаю даже до прихода, до своего возвращения из Москвы. Поэтому, ну, как вы понимаете, сейчас будет аудит. Я обещал, что все муниципальные предприятия, значит, будет проведен аудит. Значит, я знаю, что на некоторых из них уже был аудит, но результаты по дороге потерялись. Немного были изменены, как у нас это молдавская, это уже как бы молдавская норма, молдавская реальность, понимаете, когда что-то по дороге меняется в тех или иных документах. Поэтому по результатам этого аудита, ну давайте по порядку, то есть, потому что это должно быть все подкреплено. Сегодня отправлять Васю, писать заявление в полицию или Петю, прокуратуру делать очень много. Мы готовим материал. Я к очень многим вещам не имел доступа. Сейчас, как вы понимаете, в этом меня ограничивать никто не сможет. То есть я буду запрашивать по участкам, где я знаю по определенным закупкам и так далее. И могу сказать, что это будет самый прозрачный. Закупки за все устройство. Значит, ну вы увидите все, как проводится. Вы же понимаете, что лучшая почта в мире — это человеческая почта. Это когда тебе говорят люди, то есть почему в прошлом году, будучи запрещенным на большинстве телеканалов, усатый пробился. Потому что обо мне говорили люди, и так будут говорить дальше. Потому что как бы ни пытался чиновник скрыть свою незаконную деятельность, как вы понимаете, максимум через 3-4 месяца об этом начинают говорить люди. Там что-то происходит, там и так далее. У нас будет все по-другому. Люди будут говорить о них, но точно надо. И я, как говорил, главная моя задача, я согласен, чтобы меня ненавидели 15-20% бельчан, буржуев. Мне главное, чтобы 80% были счастливы и были довольны. Спасибо. Спасибо.